Пятая пати в печеньке, четвертая пати по центру, там 10 метров от печеньки. И третья пати там чуть ли... Встаньте, Вадимки. Аура, это накажу, на пожалуйста. Я накажу, поставил. Полезу к Ты видишь, пока что бота не вырубили. Блять, заебало нахуй. Это чё сейчас было? Типа консплеишь меня? Вот, нет. Да какая-то хуйня, он заебал. Выходит этот босс нахуй и стоит. Чё за хуйня? Нахуй так сделали? Ну, он один раз вообще типа передумал нахуй. Сказал, ну с нахуй, развернулся и ушел. Он меня испугался. Как вышел, я помню, было такое. И попытку самое интересное сняло. Прямо в десятку, да, ходили? А, я помню этот хуйню. Нет, это в 20, в 25-ке было. Да-да-да, я даже видос заснял. На 25-ке. В 25-ке было такое хуйня. А чё это там тебя заебало по дороге домой? Соседи? Да жарко, блять, погода конченая. Ну, точнее, не то, что конченая, жара, блять. Душно, да. Заебись, поздравляю. А сколько у вас температура? Какой он 28, блядь. Ну, оно, блядь, понимаешь, оно не то, что жарко, а душно, ну, вот просто душно. Ну, в городе всегда душно, жарко, типа, чем обычно. Ну, влажность ебашит. Да, из-за того, что влажность-то повышенная, блядь, душный пиздец. О, лол, кстати, только сейчас заметил, с комбата выкидывает перед тем, как черви уходят. Я мог стелс нажать. Всегда так было. Ебать, перепоты можно нажимать просто. Да. Прикольно. Только сейчас заметил. Раньше набрали, мелики разбежались. Дался, бро. Охуенно, в рейнже держите, именно. А с фигом есть у кого-нибудь? Я так понимаю, нету, да? Два кода, блядь. Я забыл. Рассоситесь, не стойте в одном паке. Хилы влево-вправо там передвиньтесь, чтобы всех не заморозил. Ну почему в меня, сука? Ебучий фонарик, блядь, за стенкой. Нормально все держу? Ты виноват. Ну да, держу, не, он нормально поставил для миников. А твой, да, не, он нормально поставил, просто там, ну, не чили, это с другой стороны стоит. Ты виноват. Нет, ты виноват. Извините. Нормально только что было. Чуть не подох в натуре, блядь. Нормально всё? Раз... Не стойте в одной куче, ребят, впереди момент. У нас на паладинах. Паладинка, точнее. И ебаш массакру. Я уже поставил. У меня есть еще один, блядь. Плохо готовят, скорее. Охуеть, блядь, чё я? Дай секрувай. Да КД, блядь. А, блядь, а чё он не дышал? Странно. Он уже дышал один раз. В этот щит бежит почти прямо.
Он дышал до этого, ну типа. Короче, упали. Вот такие моменты, во-первых. От шмот отказывайтесь, остальное, как обычно, можете менять. Бля, мне кажется, 258 шмот, они уже могут просто ролить. От плащей отказывают. Да, кстати, время дохуя тратится на разрол. Там же такое говнище. Нихуя нахуй, там, блядь, 150-200 голды ебать, нахуй. За целка выходит на. А, ты имеешь в виду продать, типа, вендору? Ясно, блядь. Заработок, ебать. А еще распылить, это там вообще бешеная сумма. У меня ничего-то нету. У меня налоги есть, тут нет. Ну, потом скину, ладно. Хотя, да, блядь, в июле там и так, блядь, денег много, нахуй. Видите, вы в курсе, что, кстати, у нее там есть своя гильдия, короче, отдельная, и там в ГБ, короче, у нее 20 капов голды, блядь. Кирилл, я тебя сейчас ёбну. Что? Дома квас, кола и... Как хочешь, Андрей. Так, сегодня что, пятница, завтра суббота, завтра что, какой рейд я забыл? Не, копи, я же такую хуйню не снимаю в таких рейдах. А, там и РСка вторая, и Грулмагер, да? Да. А в среду будет толкашка вторая. А хули, в воскресенье пустой день, Кирилл? А? В воскресенье пустой день, без РТ? В Золома, наверное, пойдем, скорее всего. Ну, который во вторник. Так хотя давай, не. Давай, который не, в понедельник. Пойдем во вторник, потому что воскресенье последний день ПВП. Мне там надо будет... Это врата освещены. Печально. Мне надо будет трохи поиграть в ПВП. Я уже думал, блядь, в два рейда схожу. По воротам, блядь, больше, нахуй, заебали. Ты, блядь, почти шемом, нахуй, ты в соло их должна убивать. Да, конечно, блядь, в соло. Да это специально стопнули ДПС, чтобы вот это накрутить на двух бабах. Я, блядь, сейчас накручу. Ладно, на девушку. На женщину, уважаемый. Да мне похуй, что ты их бабами назвал, они что охуели, блядь. Две бабы, блядь, выйдут, нахуели. Ну, полностью согласен, надо. Это по-любому тот, кто так, на 12 месте. Так, вы там уже видите, блядь, а? Это вон, видишь, на 11 месте разбой. По вулкану, блядь, речи. Дался круг. Я пройду после тебя. Мана огонь дайте. Да, но... Жестко. Еще дай круг, на. Да. Как в смысле вторую? Ну, после твоей, когда закончилось. Мне показалось... Но... Мне показалось, он одну дал, потом еще одну, похуй, что КД его. Я вспомнил, как Бьорн на медведе Т4 давал. Кому давал? На Тимпурейд, он за Вара всегда играл, и когда на медведе играл, тоже давал Т4. Ну типа масс-сейв 4 кусков. Да я понял. Ну, у медведя такой хуйни нет. И похуй, что его нет. Да, ну, весь прикол, что ее нет, медведя, как бы. Ну, я понял, но это просто запутался, видать, да, человек? Забылся, на ком играть. Босса не давайте, не надо потом. Хорошо, что я квест на Жорика взял. Расшарить он? Мне нужен топор, можно его сразу взять? Мне тоже нужен топор. Нахуй вы, блядь, швырнули квест, когда мы убили Джару, вы чё, блядь, сори, блядь, нахуй там совсем что-то. Сука. Я просто такой с утра смотрю, блядь, и выкатываю. А кто это предложил, блядь? Это воет. Не видно.
А, вот. Ты шарнул сейчас квест, да? Да я что-то, блядь, я говорю, с утра пришел, надо взять, думаю, квест на этот еженедельный. И такой выбор: ребро, блядь, Джараксус. Думаю, ну, блядь, наверное, ВК пойдем, наверное, Жорика надо взять. Смотрю, квест выполненный, блядь. Надо предложить пацанам. А ты это взял? Охоту, блядь. Она у меня 3 месяца висит, а Никси не убитая. Да я Кирилл говорю. У меня тоже с прошлого, когда Никси не убит. Лень, блядь. Так. Танки налево? На тиммак. А, ну да, налево идите. Это, чтоб ты нас не это, не хуесосил там, в крест этих пидоров вести, да? Нет, под щит Альянса. Нам сюда. Ну, под щит. Ну, не под щит Альянса, а вот где флажок рядом со щитом. Что? Блять, ну там дохуя миликов нахуй. Халисты вас прохилят, интересно. Я только одного смогу прохилить, потому что на одной частице вести. Если я подойду, то у меня очень сильно. Ну ничего страшного, если там одного проебешь, поебать. Фонарь печать света включит, самка отхилится. Фонарь, в этот раз ты сдыхаешь, короче. Ладно, я готов. Так, короче, септик, фиряешь звездочку, котяра, циклонишь звезду после феров. И Адель Хекс твой по звезде будет. Потом батя печеньку фиряешь. Ебо пошипаешь, пока ромбик будем бить. Все, остальные там похуй. Подфиривайте хилов там по очереди тогда. Хант, каток. Под нас все время разливает, потом на таргет, который мы бьем. Котяра тут. Котяра. Я звезду еще. У меня Эльвия, блин, херово нам показывает. На имплейты все. Блять, ханта циклонишь после феров, нахуй. А, ханта найдешь. Все, заебись. Настя, нажмешь сейчас мана, блин. Сидите, блять. Нажимай мана, блин. О, заеб бомба, нахуй. Сейчас ромбик подгрипаем, нахуй. Давай, Грил, ромбик сюда, нахуй. Геру дали фул ДПС. Диспель фонарь. Не. Халисты сейчас баблис придется. Походу. Тебе. Ладно, пойду блайнд ебу по ханту пока. Заебись. А еще, блядь, грит можно, но? Ладно, ему чип ебу еще. И киднем. Закрою дизарм еще. По кому играем? Лока, печеньку. Так может его выгрипать? Ну так надо выгрипать, да. Там ДК у нас есть. А второй, блядь, гриб где? Получается, что Ондра нихуя не идеальный, блядь? Ну, Ондра в ротик икс, нахуй. Так, в смысле? Я 2 гриппа дал. Значит, Мираю минус 5 сотен. Ну, кто-то Мираю. Мираю вообще шкила X, так что, ну, типа, там вообще без шансов. Звезду играть, где он там? Шкила X это что, это 10X, это 10 класс? Ну, да, что-то такое. Короче, Балмора, прости. Да, диспалю. А, Настя, ты куда-то пиздовала. Прости, я там на кого бог пошлет, короче, шилды кидаю. Так и надо. Да, блядь, вы нахуй диспалите там. Шилды, блядь, они кидают. Что-то вообще, блядь, пробегаю. Ну, всем похуй. Звездочку бейте. Слушай, сиди, блядь, там. Войт, это нахуя АДК проебал, лучше скажи нахуй. Кого проебал? Я хуй знает. Он съебался. А он мне фир дали. И не диспелили. Сука. Вот, смотрите, от мана называется нахуй. Там рога маму ебал, блядь. Рога проебал. Похоронил Кридж Кинга нахуй, ебать. Полено бить. Да он, блядь, в дискорд скидывал арбузного негра нахуй.
Беба? Мелон нигер, нахуй. Негры? Негры, да. Негры? Ну, чернокожего. Короче, я дам этот, вот эту хуйню, сало, короче, нормально. Шаббат. Шаббату стан дал, заебись. Можете не беспокоиться. Может, по руки сыграем, а? Да, играйте по руки. Короче, мы сокру дал, вас не шотнет точно. Так, Боб дал по хэпалу. Каплю по бэби-муну. Ебать, мы все фуловые, Войд. Да я просто жестко осищу. Ебать, мне Боб кто-то дал. Я. Это просто Войд нахуй пиздит и делает, чтобы я на него не пиздела. Он отыгрывает за вас всех. Да, ебаш. Да, реально делать нечего абсолютно. Вот, блять, вот жалко Бопа нету, но Бобиму, ну надо еще Боб. Во, кто-то въебал? Нет, я чип въебал, Боб. Может, тебе диван въебать? Ты реально, блядь. Веди сюда вара. Фонарь. Шо он там встал? Не знаю. Встан, потому что, блядь, въебал фонарем. Да бейте уже, шаббат. Ой, я стан с Вальмора здесь палил. Я даже не заметил фонарь. Пальчик на молде. Светите. О, бля, вот этот на... мне надо. Ты про кольцо говоришь 258, правильно? Нет, я говорю про тринкет 258 надо. Что мне нужен, блядь? Ой-ой-ой. Ну, я его не вижу, кстати, да. Потому что он у нас есть. Ну, у нас есть. Но лучше бы клычок у фонаря забрать. Он до пятки, знаешь, я забираю. У кого ора благочестия? У меня. Сейчас я дам, надо забирать. О. А тебя приподнялся на 600 голды. Сфера рыцаря. Касочку были бахнулись. Никита справа, Андра слева. Андрейка, Андрюша. И так далее. Займите огонь, кто вторую занял. Это просто пиздец. У меня лед. Я по войне наполняю. Да лед тут нахуй не нужен. Давайте резче, чё вы там, блядь, чё хуйнёй, блядь. Беба, чё ты там стоишь, блядь? Пулять или чё? Бафните мага, чё тебе не хватает? Кашки, блядь, нету. МП5 здесь. Ну, сейчас есть. Чё, чё, дым? 5, 4, 3, 2, 1. Лап обновите, да. Нету на бейме лап. Бля, не знаю, может, у меня багнулся, у меня вообще нихуя нету. Не пристало. Не, всё есть, нет, кстати, только лапы не хватало. Я дал лап. Уже есть, всё, я ж говорю. Вот, кстати, ты щит надел? Хуй, нет. По мне пока есть время. Да поменял уже. Сука! Почему? Всё.
Охуеть! Все, тихо, не кричи. У меня все зависит. Алакан. Да. Охуеть. Ебану, блядь, сколько DPS хотела тестить? Здесь нет смысла DPS на ретрике тестить. Клей слишком большой. Поэтому я и хотела потестить. Светлую сущность взяли по ромбу пэха. Сокрой и переводи. Я вот. Дам. Окей. Сразу я замену возьму. Что сразу начнется? Ну да, если кровать. Мирами и Ондру просил. Пацанишки на шпанта пиздаты. Ну, такие типа. Приги где, блядь? Приги хуй. Говноеды, сука, блядь, врезали дроп просто, нахуй. Мирай, зато не пригу, нахуй, братски. Мирай, задай мне 7 осколков, пожалуйста, по-братски. Не, 6, вру, 6. Ну всего-то 6 осколочков. Да она не будет падать, или Мирай, блядь. Он, типа, мне надо 200 бонусов. У меня сотка есть. Будет тебе такое испытание. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно... Ну и 6 осколочков, 3600 стоит. Задай мне 6 осколочков, пожалуйста. Ну вот, мне потом тогда и не пиши про Голдопол. Так, вот я тебе сразу в 6-ю пати скинула. Не знаю, Натя, давайте фулл баф, Натя еще рыбку покушать. Что там, частицу на войда? Хотя... на войда. Все нормально. Не знаю, где-то тут, да? Вот тут вот? Войд. Я просто не помню. Да, похуй, да, заебись. Мирайо, крипнешь сверку. В этот в квадратик.
Давай, да, не выебывайся. Сопроты у всех есть? У кого нет еще сопрота, дайте обмен рингом. Что-то меня напуливаю. Так, септик дай, СС по бланку, батя дай СС по мне. Бланк с правой стороны понапуливаешь. Ну, как обычно. На второй фазе с крестика нет, этого не напуливаешь. Холишь, зашаклишь. Эти огурцы дайте, лаки. А, вон стоят. Возьмите все огурцы на вторую фазу. Ну, я терчину клуба. В таймер не забыл. Ой. Угу. Так, квадрат. Ладно, похуй. Я все поставлю. Кривой, блядь. Нормально. Кобин на... Блядь, Кобин. Короче, вар, блядь. Хобби. Все, отчет, да? Таймер не забыл. Поехали. Тупать Ленику. Мы за одну будем переводить? Да, одну закопку. А, кстати, что, что по бопам? А, блядь, точно нахуй. Фаничелло позбиваешь сферки там на одной закопке. И этот, первый боб даст холистов, второй... Фонарь. Тень. Фонарь, да? Ринда. Да, второй фонарь, ну что. Третий ринда, если что. Да похуй, блядь, вынищало, там сверки, блядь. 10 тысяч хп, нахуй. Копатели на пул. Нытик. Холистой первый. Побежал. Дал бог. Там похуй, он с бабом запрыгнул, блять, аритром нахуй. Похолисти, а, блять. Фридум, дай по себе, выйди быстрее. Боб сам по себе, дай. Я как не угу, а то я, блять, у меня шестой пати нет просто. Он вылез. Все. Будет тебе скорбей добили без. Пиздец. Скоробеев, добейте, куда вы нахуй босса пошли бить, ебланы нахуй. Я вам сейчас поминусую, сука, всем нахуй. Бурстить? Да, бурстить. Стамину снимите себе на хп. Геру дали фул ДПС, фонарисику. Дал. Я мана лед дай. Халейста бабл массакра. Копатели сейчас пойду. Копатели на пул. Дим на хп, дайте Викс. Дайте ауру на лед. Отдай лед, нажми мана лед Настю. Огурцы жрите, на ком этот, блядь, лед. И добивайте босс.
что не бебен день, короче. Еба. Вида, Биба, вида. Девичья любовь и обида, нахуй тупо. Обида ебаная. И стойкость Карна, нахуй. На шмот отказывайтесь, эти токены, токены можете не есть. И трофеи это фигня. Единственное, что из этого лута нормальное, наруч. Остальное говно. А тебе наручи тебе нужно были или что? Мне есть наруч. Мне приган только нужна она. На ретрика стоит их брать, эти наручи еще? Замена, 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 мне в памяти. На ретрика лучше есть. Ссылка, которая? Ну, вообще, ну, как бы, да, лучше с РС-ки. А, точно, РС-ка же есть. Ой, вонитело. Эта хуйня надо кому-нибудь? Буду 35 порта делать потом. Там, блядь, все? Все замерзано? Из двух тел? Все, нужны кому запаяться, кроме, ну, сануба? Забирай себе. Не, мне не особо нужны, у меня СЛК есть. Просто это, я бы туда вторую чарку и сапрот другой поставил. Ну, типа, как вторую пару просто. Все правильно. Ну, у меня на ретрике, короче, 45-й, который из этого... У меня вот такие есть, пиздатые, типа. Вот я и думаю, стоит брать вместо 45-х ладно. Это хуйня надо кому-нибудь. Только не шарю, чтобы тебе подсказать. Поснимайте кто-нибудь, пожалуйста, ЕП. Че я поснимаю? Обе 30. Кому снять сколько? Кобе Вар, короче, второй пас. 30-ку. Дальше. Это хоть мне надо кому-нибудь? Там чисто, ну я не знаю, блядь, только запах, что плащ, блядь, больше нихуя не надо. Поимень всякое выпало. И у Андрей косарик. Он просил очень сильно просто, что он косарь с ним. Че? Забирай фонарик. Либо фонарик засканил. Фу, с девочками ролик. А шо фонарик, на трансмут что ли? Не, он жесткий ретрик теперь. Это на порта. На ПВП против, значит. Mm-hmm. Типа быстрая пуха, что-то стакать? Mm-hmm. На транс, типа, взял бы, типа, без ЕП, типа, это говно. Добрый бы ничего. О, это не надо. Не, ребята, в кисатель-то я танчу, мне нужен опыт. Правильно, что у тебя нет нас, типа, и ВК-то давно открыт. А это кто вот этот Галенброк? Галенброк, блять, хуй прочтешь. Вар. Не, ну это... Он никнейм менял вроде, типа. Это плейбой? Это плейбой? Вроде он, да. Да, вроде он. А нахуя тебе? Плейбой? 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 У тебя, блять, не было же танка. Да это не плейбой, блядь, это Вар, нахуй, вообще другой, нахуй. А как плейбой, картинка. У нас казах только один есть. Ну, может, несколько, хуй его знает. Но я знаю только одного. Андрекса. Пропал? Не играю, что-то, блядь. Наверное, кукумыса въебал, нахуй, и заебись ему, нахуй. Жизнь удалась. Или кумыса, как правильно, кстати. Кумыс или кумыс? Там Коби забрал, типа, кольцо вот это за 20, да? Или чё? Как правильно, кто знает? Я знаю. Кумыс, окей, все, понял. А чё ты, Доль, забрал? А, бот, все вижу. И пояс, да? Найти и пояс. А, Доль, решил Антра собирать? Антра, ткни на шкаф.
Есть, мы! Я не лихо здесь, рейтинг перераспределили. Настя пуха на тебя выпала, нахуй. Хорош. Нахуй мне пуха нужна, ты шо, что в жизни, что в игре будет обидно, нахуй. Да ты хуй, блядь. Да ну нахуй. Да фонарь забей. Юля, тебя не интересует обида? Блядь, нет. А девичья любовь? Я же набрала, нет. А это? Нет. Постригу название хорошее. Трансмут хотя бы. Бис плачет, нахуй, Юля. Ты не знаешь, от чего ты отказываешься. Бис. О, фонарь. Фонарем. Давай плачь на танка уже роль. Запы. А, нихуя, Рома. Забирай Рома. А, на все Рома берет? Ладно, пусть забирает. Пускай, пускай. На мейн дай ему. Давай, только, блин. Там у него ж нету точно. Я ж в прошлый раз у него забрал. Все хотят. Да. Это же надо было. А что ты Коби опять обмен даешь, на что я не понимаю? Я отдал наруч. Роги. У тебя вон ссылка есть. Ну, висапу возьмешь, вот. Плачь. Я понял.